Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Meizu M8 добавить и также удалить Google аккаунт. Разблокируем наш телефон. Заходим в настройки. Аккаунт и синхронизация. Добавить аккаунт. Google. После чего вводим адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». Вводим пароль. Далее нажимаем «Принимаю». Нажимаем «Принять». И как вы видите, Google аккаунт был добавлен. Чтобы его удалить, нажимаем на него, после чего нажимаем «Дополнительно» и нажимаем «Удалить аккаунт». И подтверждаем. Окей. Вводим пароль. И аккаунт удаляется. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!